девушка, да? Так, два на два. Еще двое. Yeah, молодец. Я понял. Попрошу, мадам. Ну неужели нет никого, да, кто хотел бы поучаствовать? Ребята, ну что вы? Я не вы же вы пришли веселиться, давайте веселиться будем. Лера! Молодые, беда, а халярки где? Мен время на халярке, Лев. У нас дефицит на халяр. Я вижу, Ахайзек. Курим. Давайте выходим, я вижу, выходите. Выходите, познакомиться с девушкой. Вот вижу еще одного очередного, да? Он уже улыбнулся, и он уже идет. Уже идет, набирает ход, идет знакомиться с девушкой, еще рано потом познакомиться. Держи! Ну что, Эльвис? А, ты уже набрал, ну да, Эльвис это Эльвис, понятно. Мне еще нужен один молодой человек. Кто же хочет еще поучаствовать в конкурсе? Все, вижу. Ребята, стол есть, смелый да, парень? Выходим. Есть смелый парень? Давайте поглопаем ему. Он, по-моему, стесняется. Все, пять мальчиков и пять девочек, отлично. Теперь я вас попрошу разбиться на пары. Мальчик-девочка, конечно же. Можете выбирать сами, на ваше усмотрение. Пять мальчиков и пять девочек, разбейтесь на замечательные новые пары. И весь, по-моему, наши еще штуки не зря называются отдельно стол и шалуи, да? Да. Естественно, отбор идет. Процесс идет, я тоже вижу, да. В чем заключается наш конкурс? Мы все любим танцевать. Я очень люблю танцевать. Я надеюсь, что вы тоже любите танцевать. Сейчас вам вынесут инвентарь, с которым вы будете танцевать. Я попрошу ребят, да. Спасибо большое, спасибо. Удивительные фрукты. Композиции. Будет начинаться с медленной, потом музыка будет потихоньку ускоряться. Что же нужно от вас? Вам необходимо будет удержать данные оранжевые кругляшочки, именуемые апельсинами, между своими лбами. Ребята, главное держать равновесие. Ребята, кстати, да, вот вам повезло, еще мы с Эвисом спорили, все-таки дыню взять или арбуз. Или арбуз. Да, вот мы как-то вот сошлись на апельсинах, вот только ради вас понимали, что может быть сложно вам придется. Поэтому, я думаю, вам пора уже скрепиться. Давайте, ребята. Давайте, когда вы поднимете руки, наш диджей... Начнет включать. Готовы? Готовы? Подняли руки те, кто готовы. Отлично, все. Поехали танцевать, ребята. Проиграет тот, кто уходит на песен. Все, первая пара ушла. Держим. Руками его не трогать. Руками не трогать, я сказала. Не трогать. Все, третья пара ушла, четвертая пара. Двое осталось. Я попрошу... Финал, ребята. Финально осталось две пары. Побыстрее, что ли? Ваши результаты. Это фрукты, апельсинки, в них много витамина С. Это очень полезно для организма. Я вам советую как врач. Так что, спасибо вам большое. А те, кто выиграл, я прошу вас не уходить. Мне вас приготовили особенные призы. У нас в зале сидит ученица Рустема Скибина, Асия Шурова, которая приготовила для вас свои подарки. Она сейчас выйдет и расскажет вам, что же она приготовила. И объяснит. Спасибо.
носили ее себя, она это делала своими руками. Она очень большая умничка. Да, это из старинных вышивок, говорит Асия Ханум. Буду переводить. Так раньше нельзя было изображать людей, как многие тебя знают, да, нельзя было изображать опытных людей, изображали цветы. Например, жена – это роза, молодая девушка – это медаль, это мужчина. И, смеетесь вы громко, да? И, например, бабушка – это пластика. Это мужчина. Нет, будут, для вас нарисуем. Гвоздики, да, нарисуем на этой бабушке. В данном случае на этом круге изображено печать знаний. Все, что вокруг, это ученики. В основном в центре учителя, которые знают. Слава у нас Асия Ханум. Да. Ты знаешь, я вчера сидел целый день, целый вечер возле телевизора, и тут увидел такую интересную передачу, которая называется «Танцевальный бар». И что же, интересно, расскажи, что это такое? Вот ты знаешь, тут как бы две компании такие, которые думают, что они пытаются уметь танцевать. Наши девочки и мальчики, ты имеешь в виду? Вот, я провел аналогию. Которые будут стесняться, но вроде хотят познакомиться, да? Ты сама все прекрасно знаешь, Лена. Конечно. Давай сегодня его здесь как раз проведем. Как ты считаешь? Слушай, я думаю, это потрясающая идея. Пусть они не словесно соревнуются, пусть покажут, что они способны. Ты читаешь мои мысли? Ты знаешь, я думаю, пусть начинают девочки. Давай, дамам у нас везде дорога. Дамы, я вас прошу, выходите.